Hello everyone, greetings from St. Petersburg, and you're watching Simply Shamal. So today I came to a place called Sefcavil Port. It's an exhibition center, and today we are going to see an exhibition of Russian movies. Today it's bloody cold here because I'm near to the sea, if you can see. Well, what can I say, it's the typical St. Petersburg weather. I think we should go this way. This is the entrance and we will see how it looks like. So this exhibition is about a director called Alexei Balabanov. I think we should go up here. Я узнал, что у меня есть огромная семья и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое, это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я. I think this is the best staircase I have seen in my life. Здравствуйте, я на выставку Балабанова. Билеты уже есть? А, есть. Электронный. Да, можно тогда на контроль билетов. Верхнюю одежду не обязательно оставлять. Можно в ней пойти. Там прохладно. Прохладно? Да. Если что, гардероб вот здесь. Можно рюкзак там оставить. Как вы посоветуете? Я бы в верхней шла. Да? Вот так? Да, да, да. Хорошо. Спасибо вам большое. Ага. Здравствуйте. У меня электронный билет. Давайте посмотрим. Аутилкит работает таким образом. Когда вы подходите к вот такой вот отметке на стене, ага, он автоматически подключается и сам начинает проигрывать нужную аудиодорожку. Угу. Все, что надо делать, это регулировать громкость, плюс увеличение, минус, соответственно, уменьшение громкости. Ага. Ноченьки и дни, даром мне даются ноченьки и дни.
Ворвется счастье в нашу дверь. Даром не броняться домовой и дверь. Даром не клубиться пыль из-под колес. Даром не дается радости без слез. Даром не рассечь волну сухим веслом. Даром не скрутить судьбу тугим узлом. Даром не лететь, не развернув крыла. Даром не настигнет цель стрела. Даром не настигнет цель стрела. Даром не настигнет цель стрела. In the end, I'm just mind blown. I just don't know what to say. The exhibition was amazing. It's like fabulous, no words. If you're living in St. Petersburg or you're planning to travel here in the near future, you should definitely come to this exhibition. I think it will be till the end of December or something like that.